Три, два, один, поехали. Кто спулил? Андрей. А ох уж эти маговские, ой, точнее маговские, эти лужи вот эти синие, здоровые, не знаю чьи. Кантовские. Прям приятного мало. Кроме ДПС. Я забрал. Налево бежим. Ну-ка, надо будет во время следующего полета попробовать ударить босса разочек. Чисто этого получится, удар вообще пройдет, нет? В принципе, Монг тут интересно. Неплох, потому что, ну, любой вот человек, чувак, который может блинкнуть. Из лучек танк, потому что можно вот этого вот чувака в центре оставлять просто, а, чтобы он не бегал. Так делать. Это будет круто. Да летишь, можно косить все что угодно. Так, что-то он на мне стак обновил. А, забрал. Угу. Надо поделить, куда ты? Так, сейчас на стигийская дура прилетит, по боссу стопните, а то на фазу перейдет. Убивайте ее. Со второго это прокатки глаза. Там еще одна стигийская штука появляется. Ее это тоже надо будет зафокусить. Не надо босс переводить. Вправо бежим. Да, просто идут хорошо. Вот это все, да? Нет, я за медлом. За медлом тоже, да. Типа, я бы, если пробежал туда, замедлил бы весь рейд. Ресница, похоже. Ебать, он там. Фаза, фаза. Кстати, обратите внимание, он на переходке получил больше, чем, давайте, ну, 2%. Ну, 7, у него 73%. Типа. Ближе к краям, пожалуйста. Все ближе к краям. Найс, хорошо, стаки сбросил. 40 уже. Мы как-то примерно пору. Может попробует кто-нибудь сбегать, сбросить стаки? А то вот, ну типа вот эти тики, может быть, стоит. Точно бегать будешь бросить. Ну, может, какие-нибудь блинкеры. Там же стаки висят в фигню, как бы. Буквально там. 9 секунд. Можно под конец. Добиваем. За 3 секунды до конца они обновляются. Так, у нас тут минус хил образовался. Ничего, есть 5 еще. Есть еще 4 с угла. Блять, а что вот это было? Это он, скорее всего, мы не были в мели, когда он появился, и он нас типа... Да, я так это не было, вот я вот тут стоял. Так, там моб опять прилетает, моба свечет. А моб куда-то в помойку прилетел, если есть возможность на пульте. Я пойму. Так, бегать. Мили атака тоже проходит хорошо. Откату ресить. Очень далеко от этих, кто слева стоит. Прия, а зеленка сбрасывала стаки эти? Да, да. А, ну клево. Она блочит же наложение новых. Получается, любой иммун, он может позволяет просто стаки того. Совсем да, на переходке, верно. Блокните, короче, когда у вас будет 5-6 стаков. Похитителя бейте. Они обновятся где-то на 3-4 секунде. То есть вы на 5-6 блокаете, ждете как-то всех обновиться и снимаете блок. 5-6 стаков. Босса забрал? Если вам задачу. Что у нас еще по иммунам? С черепахами можно тоже попробовать. Там Нортика не вариант?
Очень далеко, направо. Да. Вправо да. Бежим, вправо бежим. Черепаху надо попробовать при обновлении стаковой тогда заюзать. Я попробую. Она точно не снимет. Ну, этот, он как раз обновляется где-то на 3 секунде, этот стак. Он прыгнул. Это гриб был. Гриб был, да. Все под контролем. А ты босса забрал? А я побил. Фаза. Ну чё, мол? Чёрный лужи, пожалуйста. Пизда тебе. Слушай, вот он реально на щите прибегает, я его бью, ему похер. Ну, в танк на базе, как бы. А! Там гуля у меня в жопе. Что я не обратил внимания. Как же он разъебывает, просто пиздец. Можете уже этот магию сбрасывать, так, и все иммунеры попробуйте сбросить. Так. Черепаха работает. Маги просто сбросили. Стакит просто черепаха. Она не дает получить новый. Ага. Да, вот это не получилось, да. Ладно, просто нужный таймер нажимаешь. Попробовал. Добивать. Сейчас опять нам может прилететь, плюха. Стойте в СЛТ. Внимательно там это... Стак... Лужки выкладывать. Может, он всегда взрывается при выходе с фазы? Может. Сейчас не взорвался. Сейчас был взрыв понял. Небольшой. А, да? Понял. Так, сейчас новый чел прилетит. Там бурсты надо иметь на ласт фазу нам. Да, мы до нее еще далеко. Ну, так чисто. Минутки через две будет. У нас как раз после каждой переходки есть трех минут. Так, бегать налево. Влево бежим, влево бежим. Он по мне копьями промахивается, короче. Топ-танк получается. О. Реально просто оп, промах. Ну, глаз куда-то цебался, блядь. А, это опять его, танцы это начинаются. Дефлинг. Это сейчас носиться будет, да? Еще вроде поставим. Там еще один сейчас. Ну, мой флаг в процессе. Миф, все-таки. Зачем? Добрый вечер. Чуть-чуть же, по-моему. У тебя есть танк? Да. Да, на мне 6 стаков уже этого добра. Ну, я просто тебя забрал, а ты там пришел, затаунтил, короче. Я думал, пора пристопнуть. Да, надо пристопнуть, и ранжей уже, если. Направо. Направо. А, мое лицо. Ах ты орешь-то так, господи. Убери зеркало. Извиняюсь, если что. Найс осадил. Это было неплохо. Может, справа с угла начнем? Будет еще одна подружка или нет? Все, сейчас фаза. Вроде нет, подружек. Не переходит. А, вот он ушел. Мы шикарно перевели. Мы пойдем туда к воротам вместе с глазом с нашим. Поставь его там, Гера. Мы тут нагадим сами. Тут хорошо. О, какой был? Вы что делаете? Боже мой. Ой, суки. Что, команда была, блядь, или что? Те маги, блядь. Не? Дайте угадать с этого раза, что это за маги делают. Печенька, блядь, по-любому. Чё тебе? Ничего. Рановато зелёнку нажал. А чё у вас там, подипс? Живите там. Надо стопнуть нам. Слева, стоп, слева. У меня тут рядом с квадратом стоп. Нам надо добивать, пацаны. Быстрей. Касание. Ой, как ёбно. Ой.
Сейчас еще уебет, наверное. Да, он, не, он быстрая смерть взает, все, пиздец. Не, голова это кончилась. Фаза началась, да. Да. Когда будет ластфаза? Вот она. Уже, вот она. Нам срезает да, в течение да, да. каждые 8 секунд на 10% от хил. Мы типа его должны зарезать за вот оставшееся время. За минуту мы должны его убить. Планету. Тут уже в этих похитителей не играем, играем. Ну, клиф чисто. Давай я буду их собирать. Давай. Пока могу. Ты... Как бы... Вот и там у кого там не нажато. Направо. Оба бегать направо. Вы там лужа хорошая. Можно луч перепрыгнуть или нет? Я умру сейчас, меня похилить бы. А, там я понял, да, почему меня не похилить. Минус от хил 50. Да, 60 да, уже да. там. Ну я погиб, Мирик, держись там. Вы а мне берочку можно? Сибочку. Нам бы давай, как-то забежаться там, какие-нибудь свои. При Бэре стаки на отхил спали, забери с Мирика босса. А, норм тема, сейчас спас. Кстати, тема. Пабло тоже сбросит, скорее всего. Бэр, китаем и шаманов, о май гад. Блоки, айзблоки тоже там... сбрасывают. СЛТ-ш всякие. Добить, добить, чел, добить. Мы не хотим его траить еще 10 минут. 11. 11 минут пул, ребят. Давайте, давайте. 200. А хил куда? Куда до свидания? Красота. Ой. Хорошо. Вот бы да, был на фазу, да? Да, вот бы был у нас. Эти глаза напротив. 11 минут бой. 11 минут бой. Второй босс.